Друзья, приветствую вас на самый адекватный, самый добрый канал в Ютубе. Сразу прожимаем лайк, дизлайк и подписываемся на канал, если ты все еще не подписан. И да, досмотри это видео до конца. В конце видео тебя ждет взрыв мозга. Я предупреждал. Я все. Приятного просмотра. Первым делом найти маску. Клон убит. Все, маска есть. Теперь мы идем на милитари. Почти умер. Не узишки. Одноствольный дробаш. Фиолка нам выпала. Значит, мы идем сразу лутать фиолку. Так. А тут нету ничего. Фиолка не спавнилась еще. Значит, в комнате еще не спавнились. Давайте просто залетаем. Милитари, пойдем построиться. Смотрите, еще хочу один прикол данного сервера показать. Смотрите, заходим в магазин фронта, да? То есть на сервере есть фармерство. То есть путем фарма можно добыть что угодно. И вот на первые две, знаете, обратите внимание, где за 400 дерева можно купить 100 камня, где за 300 камня можно купить 400 дерева. Чтобы у нас это дом был каменный, я вот такую фишку вам покажу. Сервер, конечно же, такой же точь-в-точь копию, как и те сервера, которые я создавал. Я на данный сервер зашел, короче, и владельца не знаю, конечно. Сервер называется Ogrim Solo X5. То есть это сервер чисто соло. Как говорится, решил испытать свое счастье на данном сервере. Скажу прямо, на этом сервере меня никто не любит, поэтому будет много этих противников будет. На одном сервере я практически половина людей, которые здесь находятся, я всех банил просто из-за того, что они в общем чате пишут всякие нецензурные выражения, оскорбления других участников. Теперь у них будет шанс биться против меня. Ну что ж, давайте не будем много млямлить, а пойдем построим дом. Yeah. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. Got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. I want that body, baby, show me.
when you're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. She got bad intentions. Got a body like a ghost in. She likes to keep the party going. То у меня есть свой кастомный сервер. На данном сервере появились кое-какие проблемы. Из-за этих проблем у меня не получится нормально выживать на данном сервере. Но вот этот сервер Ogrim Solo X5, я вам скажу, очень хороший сервер. Администрация очень отзывчивая. Любое время суток напишите, и вам сразу же ответят. Перед тем, как ливнуть, надо по полной отжать. Давай на ножах, иди сюда. Не, у него достаточно нот. Блин, хорошо нот поднял. 340 спаков. Все, что надо. Ой, я фул. Ой. Побежал. Все. Был пацан, нету пацана. Что это было?
Иди сюда. Вот, выпал первый дроп, и теперь мы отправляемся, чтобы залатать его. И да, на сервере я сказал всем, чтобы пришли на дроп. Тот, кто убьет меня, получает весь лут и мою базу. Естественно, я сначала обговорил данную идею сначала с администрацией данного сервера. Они дали мне положительный ответ. Но, к моему сожалению, то видео, где мы повпшились, на дроп пришел только один человек. Никнейм его мага один вроде бы, если не ошибаюсь. Это падла просто использовала вставалку и убила меня, короче, одним словом. Ну, в итоге он получил базу, и я слетел с данного сервера. Вижу, ты все еще смотришь и ждешь конца. Ну, а теперь слушай. В начале видео я специально озвучил кое-какое предложение неправильно. Пиши в комментариях те самые ошибки моей озвучки, и в следующей рубрике мы с тобой отправимся на твой остров и будем снимать твою базу. Что по крафту у тебя открыто, ну и так далее. Ну а если вас будет несколько, кто даст правильный ответ в комментариях, то сделай рубрику «Подписчики», где буду оценивать ваши базы, и тот, кто попадет в топ-1, получит денежное вознаграждение и дуо выживания со мной. Я с вами не прощаюсь, отойду на чашку чая и снова вернусь. Всем добра, борс!